Это ты позвал его сюда? Я? Да, это я. Он спас моего сына в Йотунхейме, и я обещал помочь ему получить здесь работу. Но это все. Найди выход, Локи. Или мои клятвы тебе утратят силу. Для тебя и твоего сына, ясно? Как летнее небо, Хави. Здесь ничего. Олени. Иди вперед. Я пойду сзади. Это не утешает. Здесь лучше не шуметь. Руки, дети! Во имя Ольги! Локи, убей этих оборотней! Всех переб... Берем краску и идем. Краска у меня. Тогда исчезнем, как тени на солнце. Твоими советами. Помешай ему, или я отдам ему в жены тебя самого. Вот и Хави идет. Стой, каменщик. Наши дела еще не кончены. Вам удалось спастись. Я разочарован. Твари из Йотунхейма. Мы перебили их всех. Яйца Имера. Дай я его убью. Нам не нужен этот обманщик. Мы и сами можем достроить башню. Силу щиту дает моя Хуг. Мы связаны магией вашего мира. Ты осквернил священные воды. Теперь мы вправе убить тебя. О, правда? Имя вам, задним умом крепки, соображающие после. Я закончу надпись. Каменщик, останься здесь, а вы уходите. Альгис, руна защиты. Гнусные черви! Убийцы моих детей! Клятва преступники! Я возвел эту башню не для вашей защиты, а чтобы удержать вас в ней! Вы думали, что можно безнаказанно убивать моих родичей? Ты и безмозглый сын! Их жизни стали платой за их дерзость! Слабое место. Добраться бы.
Сверху будет проще попасть ему в голову. Но не подчинили их! Подчинили? Мы просто хотим в них жить! Наше время прошло. Его ход не повернуть вспять. Да, как и его чары. Это пугает тебя, обманщик? На что ты намекаешь? Это твоих рук дело, бесчестный недруг правды. Что ты знаешь о чести, Фрея? Ты познала больше мужчин, чем дворцов в Мидгарде. Тебе ли судить о предпочтениях в любви? Ты стал отцом волчонка! Я не стану слушать упреки того, кто боится отступить от глупых правил, не то что нарушить закон. И прежде чем хвататься за молот, Тор, вспомни, без него ты не лучше последнего тролля. Разве что вдвое глупей. Ты вонючий мешок с гниющими останками Имира. Твой яд сгубит любую клятву. Но ты не нарушишь ее, Хави. Не сможешь. Все твои попытки уйти от судьбы лишь ведут тебя по пути к ней. Ступай осторожно, иначе всякий твой выбор будет тебе на погибель. Ха. Оставь его. Пока его сын здесь, он не натворит бед. Жаль, а то мой молот славно заткнул бы ему глотку. Что дальше, Хрофтатюр? Боюсь, мы вернулись к тому, с чего начали. Близится Рагнарёк, а защиты у нас нет. Возможно, в Йотунхейме есть средство. Оно зовется магией Хук. Я отправлюсь туда и все разузнаю. Пока я не найду иных средств, пусть сын Локи не покидает остров. Со временем там будет убежище для всех волков. Я буду смотреть за ним, как за своим сыном. Я оставляю Асгард в твоих надежных руках. Если мои будут пусты, когда я вернусь, то приму судьбу обеими.
С возвращением. Вижу твой взгляд куда яснее. Расскажи мне все, что удалось увидеть. Я был в Асгарде, обители богов. Я услышал пророчество о Рагнарёке, разрушении мира и конце света, а Норны. Они предупреждали, что огромный волк Фенрир жаждет моей крови. Но было кое-что еще. Надежда. Меня не страшило то, что случится. Может, эта часть видения должна внушить храбрость? Тебя благословили боги? Было что-то еще? Я говорил с хитрецом Локи. Мы часто ссорились, как и подобает братьям. Но все изменилось к худшему, когда он сказал, что стал отцом волчонка. Я разгневался. Потому что он скрыл от тебя правду? Да. Он ведь знал, что волкам не место в Асгарде.
но пренебрег моим приказом. Может, в этом была суть видения? Превзойти терзающий тебя страх и научиться прощать. Возможно. Но у меня появилась новая цель. Я решил отправиться в Йотунхейм. А потом я проснулся. Интересно. Что-то еще произошло? Как ты сказал, я смотрел на мир глазами Одина. Был им самим в каждом видении. Жил его жизнью. Я продолжал быть собой, но меня вели его желания. Его мысли были моими. Мы словно были единым целым. И что же ты узнал? Не узнал, а скорее почувствовал его страхи, сомнения, любовь и страсть. Потрясающе. Что еще? Больше ничего. Ничего важного. Видение оборвалось. Эйвор, я прежде не слышал о видениях, подобных твоим. Оставь меня. Мне нужно обдумать это. Я нашел твою траву. Пришлось постараться. Славно. Спасибо, Эйвор. Готово. Осторожнее. Это зелье во рту холоднее льда. Но жарче пламени, когда проглотишь. Йотунхейм. Давно сюда не ступала моя нога. Нужно найти Ангрбоду. Она знает все, что здесь творится.